Детское радио представляет «Сказки народов мира». О чем думает белый слон Айравата? Индийские сказки. Медленно идет по дорогам Индии белый слон Айравата. У него 4 бивня и 7 хоботов. Он храбр в сражении, неутомим в походе и может творить чудеса. С начала времен живет на свете Айравата и многое знает. Часто он приходит на берег великой реки и там всем, кого встретит, рассказывает сказки. В этот раз расскажет он историю о волшебной песне. В одной деревне жили муж и жена, Нарьян и Арандхать. Сварливая была Арандхатя, да злая. Но хуже всего было то, что она ни одной песни запомнить не могла. Соберутся, бывало, соседки за делом каким, сядут в круг, запоют, заслушаешься. Арандхатя пытается слово вставить, да все не впопад. Надоело это соседкам. Прогнали они ее, сказав: «Не знаешь слов? Иди на базар, купи себе песню». Песня на языке хинди «Гит». Индийцы любят петь и поют очень красиво. В Индии говорят, что каждый индиец – певец, хар бхартия гаяк хэ. А еще говорят, без песни нет жизни. Бина гит ке живан нахи хота. Удивилась Арандхатя, что на базаре и такое продается. Пошла к мужу, да как закричит: «Столько лет вместе живем, Нарьян, а ты мне ни одной песни с базара не принес! Ступай и купи мне песню!» Идет Нарьян, думает: «Что-нибудь я там точно куплю. А не куплю, так у умных людей совета спрошу». Целый день проходил Нарьян по базару. Никто песен не продает. Побрел усталый домой. Вдруг дорогу ему крыса перебежала. В норку нырнула, стала там скрестись. Шурк-шурк! Крыса на хинди чуха. В Индии почитают бога человека Ганеша. Он похож на такого толстого слона. Обычно он ездит на крысах. «Кто скребется? Шурк, шурк!» — задумчиво прошептал Нарьян. Идет дальше. Видит, ползет по дороге большая черная змея и шелестит. Фурк, фурк! «О, да это же песня получается! И покупать не надо!» — обрадовался Нарьян. «Кто скребется? Шурк, шурк! Кто ползет? Фурк, фурк!» Идет дальше. Смотрит, сидит в кустах рядом с дорогой мангуст. Заметил Нарьяна мангуст и пустился наутек. «А вот и третья строчка!» — обрадовался Нарьян. «Знает дело, все заметит». И только это сказал, как мимо пронеслось стадо оленей, оставив после себя четвертую строчку. Бежит быстро, словно ветер. «Ай да я!» — развеселился Нарьян. «Песни не купил, а нашел! Кто скребется? Шурк, шурк! Кто ползет? Фурк, фурк! Знает дело, все заметит! Бежит быстро, словно ветер!» Дошел до дома, а жена его, Арандхати, уже на пороге поджидает. «Ну, принес песню?» «Принес!» — отвечает Нарьян. «Дорогая, небось!» — проворчала Арандхати. «Давай, пой!» Спел Нарьян песню. Очень она Арандхати понравилась. Весь день и весь вечер поет Арандхати, чтобы слова не забыть. Наступила темная ночь. Самое время для воров. Вот четверо и решили залезть в дом к Нарьяну и Арандхати. Арандхати в это время дал готовила и напевала песню. Дал – самое популярное индийское блюдо. Дал – это суп из тетивицы или гороха. Его едят с рисом или лепешками, холодным или горячим. Чтобы попросить дал с рисом, скажите: «Дал бхат до». Сделали воры дыру в стене и только собрались залезть, как услышали: «Кто скребется? Шурк, шурк! Кто ползет? Фурк, фурк!» Испугались воры. «Нас услышали! Как такое возможно?» Спрятались за стеной, ждут, что дальше будет. Арандхати, знай, поет дальше. «Знает дело, все заметит». Еще больше испугались воры. «Заметила нас хозяйка, надо ноги уносить». Поползли обратно к дыре, как вдруг слышат:
бежит быстро, словно ветер. Не выдержали воры и пустились на утек. Арандхати приготовила дал, допела в очередной раз песню и, решив, что хорошо ее выучила, отправилась спать. Утром Нарьян заметил дыру в стене. «Караул! Нас ограбили!» – закричал он и бросился осматривать дом. Но все было на месте. «К нам воры залезли, а ты ничего не услышала?» – удивился Нарьян. «А чего мне их слушать?» – пожала плечами Арандхати. «Я песню учила, которую ты мне купил». «Хорошая песня всегда в беде поможет», – засмеялся Нарьян. Мы сегодня узнали три слова на хинди. Песня «Гит», «Крыса», «Чуха» и «Суп», «Дал». Сказки народов мира. О чем думает белый слон Айравата? Индийские сказки.